Сотрудниками управления наркоконтроля на продолжении длительного времени осуществлялось документирование преступной деятельности группы лиц, которые причастны к поставкам наркотических средств из соседнего региона, в частности из Республики Тыва, наркотики растительного происхождения для дальнейшего сбыта здесь, на территории Красноярского края. В конце января месяца нами были проведены мероприятия по задержанию лиц, причастных к данной группе. Всего было задержано трое жителей города Красноярска. В различных местах, в тайниках и в личных досмотрах у данных граждан было где-то более 2 килограммов наркотического средства гашиша, что является значительным размером для нашего региона.